В этом видеообзоре представлен автокран, который обладает большим количеством преимуществ. Высокий уровень безопасности, доступная цена, большой моторесурс, адаптация к суровому климату РФ, маневренность и простота в управлении. Вы на канале компании Комтранс, с вами Антон Киселев, и сегодня мы с вами подробно поговорим про автокран XCMG XCT25 L5S. Китайские автокраны XCMG завоевали особую любовь на территории нашей страны и активно используются в строительстве. Они не только составляют достойную конкуренцию благодаря их уровню качества и надежности, но и стали лучшими среди китайских компаний. Полноприводные машины могут выполнять любые задачи в труднодоступных местах. Чаще всего их используют в следующих случаях. Разгрузочно-погрузочные работы на строительных площадках без обустройства производства, где необходимо перемещение грузов, но нет возможности использовать другие виды техники. Сельское хозяйство, строительство шахт или карьеров, коммунальные задачи в труднодоступных местах. Область применения автокранов необычно широкая, без них не обходится ни одна стройплощадка. Даже чтобы установить башенный кран, сначала понадобится автокран. Все операции с грузом выполняются джойстиками, имеющими достаточную чувствительность для наилучшего управления процессом. Конкретно о данной модели. Автокран XCMG XCT25 L5S. Грузоподъемность 25 тонн, мощность 245 кВт, максимальная масса 31 тонна, шасси 6×4. Передняя подвеска является зависимой, задняя – зависимой балансирной. Установлена механическая коробка передач с синхронизатором. За работу гидросистемы отвечает аксиально-поршневой насос, чувствительный к нагрузке. Машина комплектуется 5-секционной телескопической стрелой, длина которой может варьироваться от 10,8 до 42 метров, плюс гусек 9 метров. В результате оптимизации поперечного сечения были минимизированы риски кручения или бокового изгиба оборудования во время подъема. Для повышения безопасности имеется ограничитель грузового момента Hirschmann. Двухместная кабина крана имеет панорамное остекление, внутри установлен компьютер и джойстики пилотного управления крановой установки. Вращение последней осуществляется на 360 градусов. Далее уже по традиции предлагаю послушать регионального менеджера отдела продаж компании Comtrans Group Владимира Фролова. Данная модель крана широко используется в Иркутской области, на строительстве, скажем так, Тайшетского алюминиевого завода, на анодной фабрике очень много такой техники используется. Это самая популярная модель, 25-тонная машина. Особое внимание я бы уделил качеству сварных швов. Скажем так, у XCMG предел допуска намного выше, чем у ближайших конкурентов. Также бы обратил внимание на то, что грузовысотные характеристики данной модели на порядок превышают российские и ближайших, скажем так, китайских производителей. Основное преимущество перед европейскими конкурентами – это, конечно, более доступная цена. Также бы хотелось отметить, что помимо датчика ограничителя грузового момента на кран установлена защита от ЛЭП путем установки одного датчика на стреле, второго датчика в кабине крана. Главная лебедка состоит из аксиально-поршневого насоса с планетарным редуктором, автоматическим многодисковым тормозом и индикатором вращения. Лебедка оснащена канатом длиной 170 метров и диаметром 14 мм. Угол наклона гуська имеет три положения: 0, 15 и 30 градусов. Продольное расстояние уносных опор 5,65 метров. Поперечное расстояние выносных опор 6,4 метра. Дополнительное оборудование, поставляемое с краном, это откидной ролик на головке стрелы для работы со второй лебедкой, крюкоблоки на 25 тонн, запасное колесо, ну и, соответственно, датчики ГЛОНАСС, АБС. Каждая из кабин имеет раздельную печку и кондиционер, что удобно для работы оператора. Вся техника проходит предпродажную подготовку и выдается клиенту в полностью рабочем состоянии. На мировом рынке специализированной строительной техники компания XCMG занимает одну из лидирующих позиций. По итогам 2021 года входит в топ-3 производителей наравне с такими, как Komatsu,
Caterpillar и Liebherr. 25-тонный пятисекционный автокран модели XCT25L5S можно назвать лучшей универсальной моделью на сегодняшний день. Автокран имеет U-образную стрелу, изготовленную по специальной технологии немецкой компании Liebherr, что обеспечивает машине лучшие в классе 25 тонн грузовысотные характеристики. Немаловажный момент – это доступность комплектующих. Компания Comtrans обеспечивает владельцев необходимыми запчастями, а также дает возможность быстро доукомплектовать модификацию нужными элементами. Например, установить на автокран дополнительные крюки, тросы, гуськи с большей длиной и так далее. Также не стоит забывать про удобное гарантийное обслуживание, что избавляет от необходимости самостоятельно искать варианты при поломках, а значит предотвращает простои. Ну и конечно, Comtrans Group может поставить любой кран из линейки XCMG, будь то автокран, короткобазный автокран или гусеничный кран. Компания Comtrans Group занимается поставкой техники с 2009 года. Ежегодно Comtrans поставляет своим клиентам порядка 1000 единиц. Приобретая технику у компании Comtrans, вы можете быть уверены в гарантийном и постгарантийном обслуживании. Для этого у компании есть 12 филиалов в крупных городах России, с сервисными центрами, складами запчастей и выездными бригадами, укомплектованные необходимым оборудованием для обслуживания техники на месте ее работы. А также в этих городах находятся офисы и стоянки с техникой. При передаче техники клиенту сервисная служба осуществляет ее полную подготовку к работе, в которую входят промазка и протяжка основных узлов и агрегатов, а также проверка уровней жидкости. Оформить заказ на спецтехнику и определиться с комплектацией